Спонсор этого выпуска – браузерная стратегия MyLens. MyLens – это первая стратегия с выводом внутриигровой валюты. Ссылка в описании ролика. Чё, как, зрители, это Гагатун, но мы продолжаем играть в Forza Horizon, и, скорее всего, это последняя серия, потому что 30 сентября игра уже выходит официально, и вы все вместе можете ее сами купить и поиграть. Если честно, на мой взгляд, это, наверное, один из лучших эксклюзивов Xbox One на данный момент. По крайней мере, я вот не играл... То есть не играл, но скоро выйдет Sunset Overdrive, и мне кажется, он тоже должен выйти достаточно неплохим, но до того момента, пока выйдет он, это, наверное, пока что самый крепкий и лучший эксклюзив, который с вероятностью 90% не выйдет на PC. Но, тем не менее, давайте, сейчас начнется гонка. Я, на самом деле, достаточно много тут наиграл. Я прошел тот чемпионат, который я брал в прошлой серии, раллийный. У меня сейчас 24 уровень. Я получил корону за то, что я много делился своими дизайнами в интернете. И, ну, в общем, сейчас давайте начнем эту гонку, посмотрим, что будет в ней. И я потом покажу еще свой гараж. У меня в гараже теперь дофига всего, я там... Раритетные машины нашел. И спит и счетов по 15 тысяч. 5 из 15. Ну, я, в общем, тут погонял, но выполнял всяких челленджев. Некоторые челленджи, кстати, и правда очень, очень даже сложные. Я на некоторых минут по 20-30 сидел. Ух ты. Я должен буду обогнать поезд. Твой маршрут длиннее, чем у поезда. Но Фульвия идеальная машина для такой гонки. Ну, это как бы не самая быстрая гонка. Конечно, я до этого обогнал. Окей. Ну ладно, попробуем. Ух ты, поезд-то погнал. Круче меня он погнал. Так, ну у меня вообще скорость должна быть покруче, чем у него. Блин, круто. Ну, Гарри, вот такие мне нравятся больше всего гонки, когда... Что-то интересное такое предлагаете. Один из челленджев тут был... Один из челленджев тут был в том, что ну нужно через лес проехать. Я думал, что я смогу срезать здесь, но тут везде бетонные блоки они наставили. Что немного нечестно. Потому что если бы я срезал, я бы этот поезд обогнал. Скорее всего, этот поезд еще и выиграет меня с первой попытки. Тут бы можно было бы срезать. Или уже нет смысла. Как моя машина по траве едет? Не очень быстро. Да, наверное, лучше было бы просто по дороге ехать тогда. Это такая дорога, что неизвестно, что лучше, что хуже. Один фиг. Мне это напоминает сцену, кстати, из фильма «Wanted», особо опасен, где пули закручивались, когда Анджелина Джоли преследовала поезд на запорожце. Контрольная точка. Но меня поезд обгоняет. По всем фронтам он меня обгоняет. Так, отмотаем. Это явно вышло что-то не так. Деревца, вмешайтесь. Удары сбоку. Нет, этот поезд, он гораздо быстрее меня. Я не вижу, как я должен его обгонять. Надо его, наверное, было обгонять с самого начала. У меня уже не выйдет. Машина просто не для меня. Но, наверное, если я выиграю эту гонку, то я получу эту машину себе. Поэтому стоило бы поднатужиться. Я даже, кажется, чуть-чуть выдался в лидеры. Не выдался. Поезд! Ну-ка, постой, засранец. Так, там будет контрольная точка, мне нужно будет ехать вправо. И это не круто. Он-то едет по прямой, конечно, он не обгонит такими темпами. Он там приостанавливался, делал бы остановки, высаживал бы пассажиров или что-то в таком духе. Это было бы честно. Вот это нечестно, что я должен делать такие фигни.
Так, ну этот, он явно не выйдет. Чёртов машинист. Ты победил. Ты хорошо подложил дров. Поэтому я проиграю тебе. Я могу даже его обогнать, кажется. По дороге. О! Что? Я его обогнал? What the fuck? Окей. Видимо... Потрясающе! Пока что это лучшая гонка за это лето. Что? Окей. Вот и... Договорились. Он не водитель, а был мошенник. Что мне дали? Очень скорый поезд. Да, конечно. Поверил я вам. Я, кстати, говорю, что я купил VIP-статус в этой игре. Так что теперь я VIP должен больше опыта получать. Новый вилспин. Сейчас, ну, кстати, мне совершенно это никак не помогает. Вилспин мне до сих пор всякие говняшки дают. Вместо чего-то нормального, так его держи, говняшка. Ты получил... Ничего! Я только один раз... А, нет, я не выиграл. За счет VIP-статуса, по-моему, мне дали одну машину за миллион. А так, как бы, никакого толка в этом нет. Число побед. Любимая радиостанция Horizon XS. Потому что я ничего ее не меняю. Я просто остаюсь на этой радиостанции. Или я выключаю радио, или остаюсь на радиостанции. Число подиумов 14. Так, ну это уже повторяться начинает. Они сейчас мне к оценку грузят. Идем. А я думаю, мне дадут машинку. Это все зря. Друзья, у нас появилась новая радиостанция. Ох, большой гонка. Инновейте Флиже. Наслаждайтесь. Инновейте Флиже. А, видимо, мне нужно именно проходить все вот эти сюжетные гонки. Тогда у меня откроются все радиостанции. Они продолжают открываться с каждым разом, все больше радиостанций. Мощный заряд. Черт. Игра порой странно так подвисает. Через 100 метров поворот налево. Так вот. Это было не круто. Через 400 метров поворот налево. Через 400 метров. Ну, я думаю, я даже на Феррари смогу Поверните победить. Поверните налево. Чувач Андрей, хочешь погоняться, пока мы гоняемся? Жаль, нельзя назначить гонку все-таки по маршруту своему. То есть едешь, видишь кого так. Вот мне гонка по маршруту вот этому. Давай, поехали. Собирай свои вещички. У него машина, кажется, быстрее меня. У него, наверное, S2. Класс. Ух ты. Ух ты, ух ты. Через 400 метров. А тут срезать нельзя? Кажется, я могу срезать просто. Пока неудачники. Нет, я не могу срезать. Это было плохое решение. Поэтому поедем дальше. А тут я могу срезать. Поверните налево. О-о-о-о, окей, срезал. О! Говнюк. Поворот направо. Хер, он врезался мне в зад. Видели, как он хотел такой подъехать? Нет! 20... Какой у меня уже уровень? 25-й? Поверните направо. Я забыл. Поворачивай направо. Я такое повидал за это время. Вы даже не поверите, сколько я всего повидал в этих гонках. Я уже и в машине взлетал куда-то в космоса. И вообще. Но это достаточно завораживающий опыт. Я вот целую ночь не спал. Из-за того, что просто один раз сел играть. И сидел, наверное, часов 9. И играл. Поэтому... Моя печать того, что... Эта игра заразительная, она получается. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Блин. Хотел круто так как-то выкрутить. Через 400 метров поворот направо. Но получилось круто, но не совсем... Они меня обогнали в итоге. Как насчет этого? Так, вот так вот вы можете? Не можете. Кажется, я гораздо раньше приеду там. Мне еще сколько? 10 минут. Всего 1 километр остался.
Я, наверное, через минуту-полторы точно уже буду у цели. Даже, наверное, через минуту. Меньше, чем. До 9 успеем. Дальше, наверное, через 20 секунд. Шу! Новый фестиваль. Так, так, так. И... гол! Чу! Искры такие. Ты справился. А перед завтрашними большими гонками можно и повеселиться. О! Жаль, тут нету мини-игр с бухлом. Это было бы прикольно. Второе место в чемпионате Destination. Какой-то принцесса это опять. Что? Какая-то статистика неожиданная. Я везде чемпион. Не менее 12. Так. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Чё? Это всегда работает каждый день? Что? Мне сейчас нужно записаться. Отлично! Ты откатал первую большую гонку этого лета. О, как он вступить в клуб? И теперь можешь я могу вступить создать в клуб Horizon. А могу его создать? В клубах собираются друзья и единомышленники. Они вместе соревнуются и получают награды. Создать могу. Ладно, давай выбирай клуб. Я могу создать? О, создать. Создать один клуб. Сейчас. Короче, я, наверное, выключу, чтобы все создать. Я создал банальный свой клуб. Окей. Army of Red Foil Ken, как и во всех играх у нас. Так у нас будет супер простой, как и всегда. RFC. Потому что легко выгореть, легко запомнить регион. Северная Америка, Европа, Азия. Давайте по во всем мире. Зачем ограничивать себя? Окей, я написал текст наш типичный и подтвердить. Ваш клуб создается. Ну что, мы теперь будем с клубом тут. Ну что ж, добро пожаловать в клуб. Теперь награда за гонки будет выше. Соревнуйся с соклубниками, получишь хорошие бонусы. Вау, круто. Если кто-то вступит в мой клуб... в клубном зачете. Каждый день ты будешь получать награду в зависимости от позиции. Круто, я теперь буду самым крутым в нашем клубе, потому что никто больше не будет играть, скорее всего. Но если у вас будет желание вступить в мой клуб, то заходите. У меня есть также клубы в Destiny и везде, где угодно, но я выиграл Volkswagen. Нормально. Это хоть что-то. Так, ну ладно, давайте начнем тогда. Точнее, не начнем, а продолжим. Вы перешли на новый уровень. А я могу на чем угодно начать. Давайте тогда вначале зайдем в мой гараж и посмотрим. Подождите, это не гараж. Ну ладно, это автосалон. А на автосалон у нас нет денег, но зачем? Да, давайте тогда зайдем, посмотрим мой машину. Которая у меня уже есть. Еще одна. Замечательно. Люди вообще жизнь надоелась. Войти в гараж. Посмотрим на мои тачечки. Так, и что сегодня будем делать с твоей тачкой? Вот видите, у меня есть много разных машин. Теперь вот это одна из моих любимых. Она у меня даже в S2 находится. Но она быстро едет, но немного неуправляемая. Так, это можно прокачать еще даже. Она, кстати, 2015 года. Нет, 2019. Какая странная. Это тоже мне очень нравится, но у меня не было денег на ее прокачку пока еще. На это у меня было прокачку, кажется, или не было, я уже не помню. Я не эту выиграл сейчас. Нет. Я выиграл Volkswagen. Так, она у меня много-много на это. Я чемпионат тут выиграл. Прокачивал ее. Здесь есть Tesla. Это тоже неплохая, но она почему-то не такая управляемая, как хотелось бы. Я хочу на самом деле купить вот какой-нибудь McLaren или что-то в таком духе. Для гонок. Ну ладно, в общем. Так, не посмотреть. Я, наверное, просто уйду на ней уеду. Потому что прокачивать ее дальше некуда. Поэтому просто пойдем и заучаствуем в большой гонке. Эй, помни, что окей, это говорили? Выбор чемпионата. С новой машиной можно участвовать в новых заездах. Ого. Может, купишь новую тачку для следующего чемпионата? А у меня нету, что ли? Привыкнешь к ней по пути, если что. Так. IDM Icons. Иконы какие-то, ретро.
Ну, на ретро у меня, возможно, не хватит денег, потому что ретро всегда стоит дорого. Но, наверное, не такое ретро. Это Track Toys Championship. Так, ну и что бы нам взять? Может, нам взять что-то неторопливое, типа все-таки ретро или икон? Давайте иконы. Может, они не такие дорогие, эти тачки? По карману 7000, 52 тысячи. Наверное, да, но Nissan Skyline. Я после Underground только его бы выбрал. У меня не хватает денег тут. То есть я бы взял что-то такое, а мне предлагают всякую говняшку взять. Ну, я бы взял Mazda, любую из них. Но на это у меня не хватит денег, а это... Да, ну, это, по идее, даже лучше немного. Правда, неуправляемости меньше. То разгон больше, ускорение больше. Но это зато физиономия такая, Forza. То есть Mazda. Forza, Mazda. Ладно, давайте выберем, попробуем ретро. На ретро у нас есть деньги. Фу, нет, комары в нос прям залетают. 10 тысяч. О, нормально, BMW сразу. У меня нету BMW, я, кажется, покупал какой-то BMW. Еще одна BMW. Еще один Mercedes. 52. Ford. Ford Sierra. Так, Mercedes клевый. Я, наверное, Бэху возьму. Чё б не Бэха, да? Смотришь порой такой, чё б не Бэх. У меня причем самая скорость большая. Разгон 7,6. Ну, не самый плохой, но и не самый. Хотя у этого вон разгон. Чё-то непонятно почему. Давайте возьмем. Возьмем Беху. Так, дизайна выбирать нам сейчас предложат. Дизайна тут всегда говно почти. Почти всегда говно дизайна. Но это вроде как ничего так. Ну, они... Так, это что-то странное. Это вообще какой-то чувак, видимо, выбрал. Так, давайте просто выберем один из фирменных цветов. И будем гоняться. Но нельзя не взять ни черный бумер, поэтому мы возьмем черный бумер и скажем, окей, купить. Все, поехали. Ради 90 сделаем это. Сохранение контента. Не выключайте консоль, ну не надо, ну не... Пожалуйста. Музычка заграла. Всегда хотел прокатиться на BMW. Друзья, в Radio Horizon только что была добавлена новая станция. Ну что, народ, а готовы? Почему Skyline все равно тут на трассе, я вижу? Монтелино. И пока будете добираться до места назначения, не торопитесь, осмотритесь там. Ну что, готовы? Вперед! Так, насчет я буду торопиться и не буду осматриваться, а вот срежу. В наглую. Как вам такой поворот нравится? Безопасный разворот. Очень безопасный, между прочим. Блин, тут такой какой-то приборная панель, на ней написано 12 просто часов. Что она хочет мне этим сказать, приборная панель? Я отлично срезаю. Видимо, поэтому они предлагали мне осмотреться, типа... Езжай и посмотри, как все вокруг круто выглядит. А я такой, нет. Окей, отлично. Вообще можно отмотать и дальше, потому что я дорогу проехал, потому что я камеру менял. Типа они такие, эй, зацени, какой у нас вид здесь. Я говорю, я надоценивал, пока я тут гонял. Все это время. Я дальше типа тороплюсь. Мы ускоримся. 9 километров, нифига себе. Я на этой машине должен успеть. Но я надеюсь, что я успею. Я не могу тут срезать вообще. А там город какой-то. Кажется, я могу тупо срезать через лево. Могу поехать налево и срезать просто. Да? Я ведь могу. Я ведь могу! Поедем против GPS. Проверим, возможно, мы умнее GPS. Выполните безопасный разворот. Неужели я купить GPS? Я не должен купить GPS. Мне кажется, если я буду ехать по этой дороге, я смогу
Вот так вот поехать, вот так вот, вот так вот и приехать в итоге. Просто GPS не понимает моего, моей разумности. Так, только мне придется сверяться. Мне сейчас нужно направо, потом налево, потом направо, налево, да. И ехать потом. Выполните безопасный разворот. Чё сейчас произошло? А что это вырезался вообще? А, я медленно тормозил. Окей. Когда насчет мы не будем тормозить в этот раз, мы просто тут проедем. Через 100 метров поворот направо. Выполните безопасный разворот. Да, оно мне все больше и больше пишет. А теперь 1 километр осталось. Пересчет маршрута. Они хотели, чтобы я не спешил. Вы получаете очко навыков. А как вам такой поворот? Да, но не нужно уже очки навыков. Я взял, да и поспешил. Через 400 людей метров насмешил. Поворот налево. Черт. Кажется, я вообще стекло выбил сейчас. А сейчас музыка такая классическая играет где? Это еще какая-то другая радиостанция. А так как нам спешить особо некуда, я могу XP выпить. Вот тут вот. Выполните безопасный разворот. Где тут XP? Дайте мою XP. О. Рожится. Приехали. Хе-хей. Ознакомился с машиной. Очень мне понравилась она. Ты поставил на рекорд скорости. Ага, добро пожаловать. Добро пожаловать мне. Впереди чемпионат ретро-салон. Это невероятные автомобили. А знаешь, я ведь свою первую гонку выиграл как раз на М3. Ну, правда, уже во второй раз убил ее в хлам, но... Ладно, выбирай гонку, начнем. Неужели они подготовили его фразу на все подряд? Или я реально выбираю машины, на которых он гонялся? То есть он у всех по-разному говорит, или он всегда говорит про М3, если ты выбираешь М3, то он тебя хвалится. Я хочу вот эту гонку. Ford Street Race. Вообще, я, кстати, я должен тут иметь возможность прокачаться. Эй, ты отлично выступаешь. Честно, я так впечатлен, что хочу предложить тебе еще одну работенку. Возьмешься? Пиарщикам нужны снимки всех машин на фестивале. О. Я могу заплатить за каждую тачку, которую ты щелкнешь, и бонус за, ну скажем, каждые 35 машин. Звучит неплохо, да? А для начала сфотографируй свою машину. Оказывается, я все это время мог фотографировать на крестовине свою машину, а я всегда шел в меню. Окей. Как далеко я могу уйти от своей машины? Ну, не так далеко, но все-таки это прогресс. Я могу посмотреть и на людей, на модельки. Нет, я могу близко подойти. Но, кстати, эта моделька повторяется. Кричит, эй, ну когда начнется гонка? Я не хочу фотографировать свою машину, потому что я ее еще не прокачал даже никак. Так, кстати, вот. BMW. Прям такая краска прям видно. Вау! Ну, графон в этой игре есть, конечно. Вон, видите, прямо все видно, мельчайшие детали на ней. В твоей машине, вон. Даже колеса, шины видно на них, текстурки видно на шинах. Конечно, автолюбители делали игру. Мне кажется, у меня особо и не было повреждений. Поэтому какая разница? Так, сделай фото. Слушай, прекрасная фотография. Легкие деньги, верно? А я до этого тоже кучу фотографий делал. И все было зря, оказывается. Просто так я их делал. Так, не будем сохранять. Это безвкусная фотография была. Это была фотография чисто, чтобы отвязались к ним. Еще один уровень. Еще один вил спин, который мне ничего не даст. Деньги. Не так же мало денег, за что мне это? Там можно дофига выбить, там 200 тысяч, а с моим бонусом я бы сразу 400 получил. Слушай,
Ароматами земля полнится. А к чему это я? Слушай, а говорят, где-то в сарае стоит обалденная тачка. Проверь по карте. А, я, кстати, раритета не показывал. Ну, там раритет у меня была одна машина, а... Ну, можно, конечно, попробовать съездить, найти раритет, но это достаточно муторное дело, потому что нужно искать сарай. Но на самом деле, раритеты тут не такие раритетные, потому что один я нашел Volkswagen с Вудстока, а одну машину я даже не помню, какая была машина. Они выглядят вначале как говно, потом они с них отряхают все, и они такие, вау, вот эта машинка. Но они мне нравятся больше, когда они выглядят как говно просто. Я бы хотел, чтобы они как говно их и реставрировали. Можно было вернуть вариант как говно. Отреставрировано как говно. Так, ну давайте начнем. Я никак не кастомайзил нашу тачку, поэтому, возможно, это будет сложно. Зато мы под классику гоняем. Это придает нашим гонкам немного классичности. Немного стиля придает. Окей, это было плохо. Я не могу отмотать. Нормально. Врезались немного. Поехали дальше. Ту. Я последний, что ли? Ладно, что, мы исправим ситуацию. Вы не волнуйтесь. Думаете, я врезу последний? Нет. Не бывает такого. Я любой ценой, но приеду первым. Так всегда происходит. Но мне нравится, как эти машины зато держатся в дороге, они никуда не вылетают. Чистая езда. Я, конечно, врезался немного, но а так чисто. Относительно чистая езда. Надо удавать за это, типа. Это не чистая езда, а это относительно чистая езда. Чё, хочет у меня переехать? Эй, ты Лада Калина. Я тебя обгоню сейчас, воу. И, кстати, вот эти боты, которые гоняют против тебя, они каждый раз разные, поэтому есть вероятность, что один раз тебе будут постоянно попадаться, врезаться в тебя будут, а есть другой вариант, что они наоборот не будут тебе нифига попадаться, и все будет хорошо. Вот видите, вот такая фигня порой происходит. Поэтому порой выгодно рестартить гонку. Такая фигня будет происходить. Так, это я что-то там наполучал. Слишком многое наполучалось. Мне это комбо когда-то кончится, потому что я бы хотел его просто обналичить. Окей, 47 тысяч. Отличный момент. Я надеюсь, что мне его зачитали. Вот раз я хотя бы в стекло не разве, поэтому я продолжу гонку. Я чувствую себя Стигом, когда под классику гоняешь. Ух ты. Вернулись, да? Поговорить со мной хотите? Не-не-не-не! Говно! Ушастая. Моя машина не разгоняется так хорошо. О, финиш уже. Замечательно. Давайте вы все там притормозите резко. Но мне придется сейчас во второй раз очень гораздо агрессивнее ехать, потому что моя машина не справляется. На прямой дороге я просто не выжимаю таких скоростей, каких я бы хотел выжимать. Мы начнем заново. И в этот раз я справлюсь. Это будет наша последняя гонка, наверное, сегодня. Да, поэтому, если вам понравилась эта игра, то вы можете просто ее купить. Просто купить ее или коробочкой, или в интернете, скачать ее через Xbox. Благо, технологии нам позволяют это делать. Мне, кстати, нравится мой руль. Мне нравится, как проработан салон хорошо. Мне сейчас музыка нравится. Это Штраус, кажется. Я могу ошибаться, потому что я не прочитал название. Вот такой, это Штраус, это нифига не Штраус. Так. Пошел в задницу.
Так, 1-1, приятель, 1-1. Мы, ты и я, ты и я. Что-то он угоняет. Не угоняй. Я догоню тебя, как эта скрипка. Пивикую тебе по жопе. Пиликать, знаешь, что такое? Сейчас я буду делать. На, чёрт. А, ладно. Дорога, кому нужна дорога? Дорога переоценена. Чистая езда, вообще, просто охерен. Я люблю эти ачивменты. Блин, но... Мне бы скорости чуть-чуть. И чтобы он ошибся как-нибудь. Давай, давай, гони, выжимай, выжимай. Все, после этой гонки я прокачаю свою машину. Черт. Надо сейчас в него врезаться будет. Сейчас надо будет резко на повороте в него врезаться. Сейчас. Отлично. Это считается? Нет, не считается. Там чекпоинт слева был. Так, отлично. Столкновение не миновать, и можно чуть притормозить. Окей, это вообще просто отвратительно было. Чё пауза-то? Просто сразу тормозил. О, отлично. Скорректировали наше движение. Давай. О, скоро почти финишная прямая. Окей, он слева. Что ты делаешь слева? Тебе не обойти меня слева, там дорога. Так. Все, мне кажется, мы можем победить. Если они не устроят там полет валькирий, то все будет хорошо. А, не, он не сможет. У нас одинаково плохие машины. Не сможет выжить такой скорости. Ей! Снова первый. Это входит у тебя в привычку. Так а то. Я же отматывать время могу. Тем более я 26 уровень, а не первый. Так. Тем более я играю агрессивно, в отличие от них. Я могу врезаться в них и игнорировать все. Они на Мерседесе катаются, а вот... Бэха, она и в Африке бэха. Так, 8 тысяч опыта. Еще один велосипед. Нет, спасибо. А вы знали, что у нас последний в велспине. У нас уже 27 уровень. Привет, это Бен. Не помню, говорил ли я тебе, но ты можешь поменять машину прямо посреди чемпионата. Если, конечно, новая машина подходит для этого чемпионата. Да, спасибо. Если, конечно... Задницу сюда. Мне нравится, эта машина очень круто управляется, я так скажу. Она управляется прямо как именно так, как ты хочешь, чтобы машина управлялась в игре. Прям идеально. Она не разгоняется так уж сильно, чтобы я не мог уследить за этим. Вот что-то сейчас я, правда, заносить стал. А давайте еще одну гоночку проведем, а то, мне кажется, мы делали паузу. А как заехать туда? Я вижу, тут опыт есть. Как мне забрать тебя опыт? Да за забором опыт. Как ты там оказался? Нет, правда, как ты опыт оказался там? Вези забор. Он рядом с домом, я как-то через дом надо проехать. Тут еще есть вон скидка. Я могу это пробить? Что-то ничего не пробиваем. Все это не пробиваем. Давайте тогда вначале там опыт возьмем. О, нашел. Ну, скроешься от меня, опыт. Тебе не скрыться от меня. Ха-ха-ха-ха. Лучи рожа. Так. И фигня? Да. Вот всегда фигню дают. Они стали не очень часто давать, просто тупо вот это.
Ни деньги, ничего, просто говно. Говно по носу. Сейчас повернем налево. Аккуратненько возьмем нашу скидочку. Оно, кстати, где-то на 200 баксов понижает стоимость фаст-тревелов до основных городов. Поэтому у них есть смысл. В чем нет смысла, так это в том, что я сейчас застрял. Я не понял, как я тут застрял так. В чем нет смысла, я так понимаю, что тут нельзя поменять машину в этом месте. Быстрое перемещение 6200 будет стоить. А тут можно поменять машину? Да, тут есть гараж. А, он совсем недалеко отсюда. Так, ну давайте по-быстрому. Или давайте, ладно, давайте не будем менять машину. Продолжим наши гонки на этой же машине. Hill Scramble. А тут что? Country. Это может мне скорости не хватить, а вот это я могу. Вот последняя наша гоночка. Выполните безопасный разворот. Как, ну, насколько это безопасно? Я оперся в стол, который я сбил. Я не мог делать разворота. Ой, смотрите, тут фотографироваться можно. А, мне ведь еще нужно другие машины фотографировать. Я про это забываю. Мы вообще скорости не наберем. 120. На пределах нормы. У лидеров на 27%. Что? Вы прибыли в пункт назначения. Ретро Салун, давай. Фигач. Ту-ту-ту-ту. Я по ретро-музыку, ретро-саунд, все нормально. Итак, следующий заезд – гонка по пересеченной местности. Будь осторожен на внедорожных участках. Трасса может быть скользкой, так что постарайся не потерять управление. Дождя же не было. Что тут скользко? Давай, поехали. Я и есть пересеченная местность, засранцы. Я буду вас переезжать. Или пересекать, наверное, было бы лучше. Ну ладно. Черт, ну... Да, моя машина все-таки не выжимает пока что. Ей нужен апгрейд. Ей нужно прокачаться чуток. Так, выпендрёж. На третье место выбрались. Тайной проход. За то, что вам доктор скажет, что с вами случилось, это был тройной проход. Трибл пенетрейшн, понимаете? Так. Не надо меня бить, у меня комбо. Спасибо. Круги три. Ну ничего. Это, кажется, первый. Кажется, мы прошли первый круг. Ну, трасса супер простая. С закрытыми глазами можно ее пройти. Первый круг. Подождите, что? Время круг. А, лучшая минута. Минуты 6. Нужно, она останется лучшим. Ребята, подальше от меня держитесь, не подходите. Тут кто-то кому-то врежет. Так, гони. Дрифт. Только попробуй меня как-то резко обогнать, останется. Я этого не потерплю. О, навык это можно использовать. Или нельзя. Так, мне нужно 3 очка. Я не могу использовать. Да, а что я тут могу получить? Тоже 3 очка, 3 очка. Подождем твою маму. Подождем твою мать.
музыка такая играет, прямо под ситуацию. Я, кстати, интересно, на чемпионате могу использовать кнопку типа фотосъема. Прямо во время чемпионата нафотографировать кучу машин. И сказать, ну вот, видите, машины. А вы чего хотели? Да ёпта, занесло. Какой-то круг, третий же. Воу, потише, братюнь. Вот чёрт, я сейчас обойду. Да уж. Муравка, муравка. Ну, мы едем. Это главное. Мы скоро приедем. Это еще главнее. А знаете, что самое главное? Мы приедем первыми. Как настоящие победители Форзы. Выделили всего, что тут есть. И что-нибудь ставить у нас на пути. Победа! О, напряженная гонка. Молодец. Да, разве? Продолжить. Другой чувак тоже на BMW был, но я его сел. Останется только одна BMW. Соперника нет, спасибо. Xbox Master там какой-то был. Достигнуть 4 ранга. Награда 25 000. Окей. Видите, за то, что вы в клубе находитесь, вам еще дополнительно вот бонус там. Так что вступайте в мой клуб. А пока что на этом все. Если вам понравилась эта серия и... Ну, я не знаю, если вы прям хотите увидеть продолжение, то, правда, ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал, если тут впервые, а также оставляйте комментарии у меня в Твиттере. Мне кажется, что все-таки уже лишний раз можно и не записывать ролик, потому что мы посмотрели, по-моему, почти все. Мультиплеер из себя представляет такие почти ту же самую карту, только там все гонки, они именно мультиплеерные. И пока что игра, вот говорю, я сейчас записываю 30-го, и, точнее, 29-го я записываю, ролик выйдет 30-го, и 30-го выйдет сама игра в продаже. И пока она не вышла в продаже, игроков не так много, особенно из России, поэтому мне играть особо не с кем сейчас в мультиплеер, и, может быть, после 30-го будет какой-то смысл записать именно мультиплеерные гонки. Да, а пока что все, пока, и обдё-бдё, до следующих роликов, пока!